Правительственные войска Сирии ведут ожесточенные бои в провинции Алеппо. Армия пытается выбить боевиков из крупного города Тель-Рифаат. Наступление идет по всему участку фронта. Последний оплот террористов в этой части страны постоянно подвергается артобстрелам. Сирийские войска пытаются выйти к турецкой границе, чтобы перекрыть каналы поставки оружия и новых боевиков. За минувшие сутки военные вернули под свой контроль десятки населенных пунктов, в том числе в провинции Латаки, где бойцы сирийской армии также взяли в плотное кольцо единственный оставшийся укрепрайон боевиков. Успехи правительственных войск во многом стали возможны благодаря поддержке российской авиации.